Вик Вайлд – российский сноубордист американского происхождения, который выступает за нашу национальную сборную команду. Вик получил российское гражданство в мае 2012 года. Это решение он принял после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзин. Несмотря на то, что Вайлд не имел больших международных достижений, еще выступая за национальную сборную США, он все же смог принести пользу команде России. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Вик завоевал 2 золотые медали в сноубординге, чем записал свое имя в историю российского национального спорта. До него ни один сноубордист из России не выигрывал Олимпийские игры. Вик также смог записать себе в актив олимпийскую бронзу, которую выиграл в Пекине в 2022 году. К сожалению, других крупных достижений в его карьере пока нет.